Здравствуйте! В компании «Альпари» произошли значимые нововведения, о которых нам сейчас расскажет Дмитрий Ранев. Ну, надо признать, что мы стоим на смене эпох дилинга. Это действительно серьезное событие, к которому мы шли давно и долго. То есть дилинг в корне меняет методологию котирования своих клиентов. Мы фактически переходим на межбанк. Сегодня мы запустили два новых типа счета. Это МТ4 NDD и МТ4 ECM. Значит, что же они из себя представляют? Значит, МТ4 NDD – это счет, так называемый non-dealing desk. Он подразумевает автоматическое отправление всех клиентских заявок в крупный европейский банк. А счет ECM подразумевает отправление всех клиентских заявок в крупную американскую электронную сеть CoreNex. Скажите, а какие основные отличия от схем, по которым работала компания раньше? Основные отличия – это мгновенное исполнение, это независимость и качество исполнения от объема заявок, то есть любые даже крупные заявки будут исполняться мгновенно. Полное отсутствие реквот, будут отсутствовать уровни выставления отложенных ордеров. Более того, клиенты наши смогут выставлять ордера даже внутри спреда. Ну, в общем, при такой схеме всем становится лучше, клиентам и дилингу. Если раньше дилинги с опаской относились к пипсовикам и скальперам, которые генерировали большое количество заявок и усложняли работу дилинга, то при таких схемах мы будем даже рады скальперам и пипсовщикам. И мы будем рады прибыльным трейдерам, которые будут зарабатывать много, быстро, которые будут генерировать обороты. Уверен, что от этого мы все только выиграем. Спасибо, Дмитрий.